Привет всем, ребят, с вами PlayGame.ru. И сегодня мы опять поиграем в CSGO, но сегодня я уже, покажу, баги на карте DKH. Я тут, кейсы пооткрывал тут, поубивал всякие перчатки. И выбил ножик. Но, к сожалению, обычный. Я, правда, не знаю, ребят, как скины одевать. Наверное, так, не знаю. А, блин, ты. О, все, понял, по-моему. Ну, бля, вот. Ладно, ребят, короче. Вот, блин, пропустил. Ладно. Ребят, блин, что хочу сказать, про то видео, которое... Я выложил один день назад. Ребят, просто... Я вот сейчас зашел, посмотрел. Это просто капец, ребят. За один день 200... Более 200 просмотров. 14 лайков. И у меня прибавило 4 подписчика, ребят. Блин, просто большое спасибо вам. За то, что... Блин, просто большое спасибо. Я зашел, увидел и просто... В шоке. Так, это эта карта? Да, должна это быть. Не знаю. Да, это эта карта, ребят. Когда не было, ничего было делать, я взял, чуть-чуть поиграл, такие поискал баги, короче. Так, ой. Так, где эти... А, все, вспомнил. Надо, короче, пойти на базу КТ, кто не знает, контртеррористов. И там пару багов. И, кстати-ка, мы вылезем, залезем с вами, короче, по текстурке, вот так вот скажем. Ну, тут, чтобы перед тем, как залезть, надо немного разогнаться. Вот, блин, чуть-чуть неудобно. Вот, видите, вот тут вот, короче... Вот тут она вон туда как раз залазит, тут вот эта хрень, то есть прозрачная просто. И вот, все, я залез, да? Все. Оп. Я пригинаюсь. Все. Вот, ребят, я залез уже на баг. Я залез. Все. Ну, правда, я не знаю, как вылезть сюда. Это один минус. Ну, ничего, сейчас мы уж поищем. Вот, смотри, сейчас покажу. Вот, видите? Текстурки, то есть. Тут не доделано. И сейчас можно через вот эту штуку, то есть, пройти, надо сказать. Вот, видите, тут ее нету, как будто. Просто нету. А тут она есть, вот так вот. То есть разработчики еще не доделали игру. Правильно то, что эта игра еще в бета-версии. Но все-таки, ребят, знаете, для андроида это, наверное, лучшая игра про CSGO. Тем более. Ну, блин, в общем, короче, классно. Я не могу нарадоваться, то, что у меня так много просмотров за одно видео за него. Так. Надо поискать, как вылезти отсюда. Или я не знаю, или может сразу баг это сделать под текстурки. Ну, если мы, ребят, упадем, то, короче, все, то есть. Капец. Надо будет опять заново заходить. Все, падаем. Кстати, может, сюда можешь? Нет. Ладно. Все, упал. Вот что получается, когда, короче, вы за карту падаете. Вот ножик, как бумеранг полетел. Вот, то есть вы умираете сразу. Это печалька. Так, что еще? Где еще можно поискать? Я не знаю почему, но почему-то на лестнице нельзя залезть. Ну, зря, то есть. Пусть они, думаю, разработчики исправят это. Так, сейчас еще поищем. Ну, я особо тут не искал никакие там баги тут и всякое такое. Я так просто посмотрел, нашел один баг и все. И решил вам показать. Так. Если попробовать сюда. Оп, и сюда, вот сюда. Все. Не залезь сюда. Так. Ну, тут ничего делать, ничего. А. Блин.
чуть-чуть сломал ноги. Так, а если... Блин. Так. Я хочу вот залезть, ребят, вот... Вот на этот вот контейнер, то есть... Ну и вот сюда вот попытаться попробовать. Ой, ты чё, я выкинул? Ну только что-то у меня нифига вообще не получается сюда залезть. Так, ладно, короче, будем пытаться вот сюда на контейнер залезть. Если сейчас не получится с одной-две попытки, то перейдем, короче, какую-нибудь другую карту. Другую какую-нибудь карту поищем. Блин. Я выкинул ножик. Капец. Да. Блин, вот что минус, я не могу все разлезть. То есть я когда прыгаю, хочу залезть, он меня как бы влево толкает. Отталкивает. Видите? Не могу, не получается. Я хотел вообще вот сюда залезть, вот типа отсюда вот так вот залезть, но он, короче, гад не допрыгивает. Не знаю почему. Ну, давайте сейчас попробуем. Еще раз. Блин, еще раз и в глаз. Так. Разгоняемся. Вот, чуть-чуть не хватило, блин. Давайте еще раз попробуем и пойдем на другую какую-нибудь карту. Ребята, пишите в комментарии, кто уже скачал эту игру. Так. Я почитаю, кто скачал, кто нет. И, блин, вообще не прыгну сейчас. Ладно, ребят, короче, давайте пойдем на какую-нибудь другую карту. Все. Так. Давайте один кейсик откроем, короче. Может, какие-то еще перчатки выпадут. Не знаю. Так. Я какой кейс открывал? Вот этот я открывал кейс. Все. Только я не знаю, куда потом эти перчатки девать. Зачем они мне так много? Не знаю. Так. А в чем, кстати, фишка? Вы когда покупаете там кейсы, да? У вас вот видите, вот сверху тут коинс, типа. Опять перчатки. Ну, вот, вот эти вот коинс, типа. Они не тратятся. Хотя должно, по идее, тратиться. Даст 2. Даст 2, не знаю. Мираж. Тикич. АВП Лего. Бухоп Колор. Ты чё это? Ну ладно. Вот это попробуем. Я тут знаю всего лишь 3 карты, кстати, ребят. 3. Так. Ух ты. Это типа Хэллоуин карта, что ли? Хм, прикольно. Так, чуть-чуть подлагало. О, скоро. Это, похоже, за мной приехали. Ну да, за мной. Как всегда. В самый ненужный момент. А давайте, короче, на нее попробуем залезть. Ну так, для начала, типа. Блин. Не могу залезть. Опять, кстати, скользит. Так, ладно. Ну, еще слетел. Мать чуть-чуть лагает, ребят, извините. Тут, правда, чуть-чуть неудобно. Потому что вот эти кнопки, ты постоянно на них нажимаешь. Не можешь там повернуться нормально. Да блин. Дурацкий этот. Мусорка. Вот. Так. Тут. Где тут? Что тут? Как тут? Так, блин, ребят, я, честно говоря, не знаю эту карту. Кто знает, пишите в комментарии. Кто не играл. Кстати, ребят, хочу задать вопросы. Есть тут те, кто, то есть, ну, давно играет в CSGO, и хочу вот спросить у вас, была ли эта карта в CS или нет? Или разрабы так от головы у себя придумали? Так, зайдем в дом. Может, в доме что-нибудь найдем, не знаю. Какую-нибудь, может, пасхалку, не знаю. Так, ну, дом большой, сразу видно. Угу. Ну, что это? Я тебя вижу. Нет. Ничего нету, короче.
Ты чё, вообще часы, что ли? Кстати, ребят, меня чего бесит? Вот, видите, я вот один раз нажал, да? И он теперь постоянно вот прыгает. И иногда это просто вот не исправится. И иногда бывает, короче, вот он сам ходит. Вот сам ходит, видите? Может, вы не видите, но все-таки он сам. Блин, меня вот это вот бесит, ребят. Если вот кто-то меня из разработчиков смотрит, надо будет им, короче, во ВКонтакте, ну, в ВК написать, чтобы они исправили эту фигню. Просто реально неудобно. Когда вот идешь, и он сам идет. Блин. Все. Остановился вроде. А когда сидит, он вообще не может прыгать. Странно. Нет, что-то на этой карте никого нету никаких нычек. Блин, крестик маленький, тяжело на него нажать. Трудновато чуть-чуть. Так, ребят, давайте последнюю какую-нибудь карту. Не знаю. Даст Мираж. Дедаст 3. Оверпас. Оверпас. Какая это карта? Не помню. А, все, вспомнил. Давайте, не знаю, Мираж, что ли. Так. Спасибо, долгое видео делать. Извините мне, то, что так долго. Ну, ладно. Фри 73 какой-то, чё? Не знаю. Ладно, короче, пойдем поищем. Ну, вот сюда. Залезу, наверное. Мне вот напоминает она CS 1.6 немного. Блин. О, залез. О, вообще замечательно. Нашел сразу же баг. Ну, с первого раза. О, он текстурки недоделаны. О, все, нормально. Вот пальма. Так, давайте еще раз залезем. О! Вообще клево. Еще один баг текстурки почти. Что, ну, за текстурки. А тут что-то, это дырочка. Надо заклеить ее чем-нибудь. Так, о, давайте попробуем, короче, до конца карты пройтись. А. Блин, не получится до конца. Зараза. Так, ну, в принципе, меня уже радует то, что я нашел уже один баг. Жалко, в CSGO сейчас так нельзя залезть. Жалко то, что вот тут нельзя вот так вот. Вот тут, то есть, залезть. Тут очень маленькая эта... Ну, вот эта, то есть, хрень. Так. Что тут у нас есть еще? Так. Предлагаю еще вот сюда пойти. Вообще легко. Вообще легкотня было залезть. Так, а вылезти? А вылезть уже трудно. Да. Трудновато. О, не получается, короче, вылезти. Фигня вообще. Так. Блин, чуть-чуть поворачиваться тяжеловато. Так, что тут у нас? Ну, тут, в принципе, уже все, конец X40. Все. Ладно, ребят, короче, выйдем. Слишком долгое видео. Так. Ну, короче, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо за тех... Ну, спасибо, короче, за просмотр. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. И обязательно на меня подписывайтесь. Ребят, большое спасибо вам за 4 подписчика. Я очень рад. Если что, ссылка в ВК на меня будет в описании, и моя группа будет тоже в описании. Заглядывайте туда. И всем пока, спасибо. Если что, давайте наберем 5 лайков, и я попытаюсь записать, ну, типа, еще баги по CSGO Mobile. И всем пока, удачи. С вами был PlayGameRoom.